Понимаешь? Чтобы не сдать ОГЭ, нужно, я не знаю, вообще не ходить в школу. Если ты просто ходишь в школу на уроки, да, проебываешь, типа, но если ты хотя бы иногда ходишь, ты сдашь. И ничего страшного в этом нет. Не волнуйся. А вот ЕГЭ, ЕГЭ это уже совсем другое. ОГЭ это легкая хуйня. Насчет ЕГЭ не знаю.